Добрый день! Сегодня я вам расскажу, как приготовить в домашних условиях мягкий адыгейский сыр. Для этого нам понадобится литр молока, желательно 3,2, 3 яйца, сметана и пол чайной ложки соли, а также дуршлаг для того, чтобы туда сложить сыр и была какая-то, придать ему некую форму. Сейчас мы начнем смешивать яйца и сметану. Итак, мы взяли 3 яйца, 200 грамм сметаны, и сейчас нам необходимо это все смешать до однородной массы. Параллельно мы поставили кастрюлю с молоком на средний огонь и ждем, когда она закипит. Как только появится пенка, мы будем вливать яичную смесь, предварительно посолив. Сейчас мы продолжаем смешивать до однородной массы. Вот так, вот такими движениями аккуратненько смешиваем. Молоко у нас стоит на среднем огне. Мы ждем его закипания. Пенка уже появилась. И начинаем вливать. Мы влили смесь. Сейчас мы ее посолим. Буквально пол чайной ложечки соли. И начинаем мешать. Мешать мы будем до того момента, пока не получится очень крупные хлопья. Видите, вот такие должны появиться крупные хлопья. Как только появятся крупные хлопья, мы их будем вытаскивать в дуршлаг, предварительно покрытый марлей. Мы варим 4-5 минут до появления крупных вот таких хлопьев. Сейчас мы снимаем с огня и перекладываем в дуршлаг. Мы переложили нашу массу, закрываем ее марлечкой, вот так вот. И ставим под пресс. У нас будет эта следующая формочка с сыром, вот так вот. И сейчас мы сверху еще выложим часть сыра. Мы уложили наш сыр. Сейчас мы дадим ему немного остыть и поставим в холодильник. И на завтра утром у нас будет вкусный домашний адыгейский сыр. Итак, мы достали сыр с холодильника, вытащили его из формочки. И вот он вот такой вот красивенький у нас получился. Всем приятного аппетита!